рассказывайте, девчонки, чем вы сейчас живете-то? Сольными проектами. Сольными проектами. Да. Это никого не волнует. Хорошо, а что тебя Потому что главный вопрос должен быть такой. Ну, будете ли вы еще петь вместе? Потому что вы сделали то, что не сделал никто. Слушай, Вань, как с ней петь? Послушай, как она говорит. Как с ней петь? С этой-то хрипатой, да? А, да, ребят, посмотрим рекламу сейчас, пока девочки подерутся, и вернемся через месяц. Strange, all the cameras and not next to me. Yeah, there's a guy from the football. He's a real huge coach here. Okay. He was flying right next to me, complaining that they were shooting. Я хочу видеть, какая она стала сейчас. И самое главное, я понимаю, что она от меня закрыта. Есть обоюдный шанс вернуть вот то доверие, которое у нас было. Привет. Ты как Алёська. Да. Скочил? Самолет. Обычно. Устала? Да, я пойду. Я джетлаг. Робот, мы тоже после поездок. Я буду делать сольник по-любому. Если Нет. мы что-то вместе надумаем, то мы можем что-то сделать. Я не против. Понятно. Сольник, это понятно. У меня тоже сольник, у тебя сольник. Да. А вот что касается тату, что ты вообще? Вот у тебя есть какие-то представления вот о том, как ты это видишь? Просто нужно работать, потому что понятно, что отвыкли. Друг от друга? Да. Или вообще вот от состояния вместе на сцене? Да. От состояния вместе на сцене. На сцене. Конечно. Она мне неоднократно отказывала. Она мне неоднократно отказывала. Да. Вот я позвонила поздравить с днем рождения, она была в Москве. И я говорю, там, позвонила, там, ну, был вечер, я пленок. Че ты, надолго в Москве? Да нет, я вот скоро. Я говорю, ну, давай, может быть, сходим куда-то. Слушай, я не знаю, у меня сейчас столько всего, если будет время, сходим. Потому что я скоро вот улетаю, и я пока не понимаю, что происходит. Все. Че, нас там не видно? Вместе? Ну... Я уже очень давно ни от кого не завишу и, честно говоря, не хочу. Мне тоже нравится независимость, но то, что у нас было, это было действительно круто. Конечно, было здорово, Юль, но с какого-то момента понеслись вот эти вот безумные опоздания. Могла не приехать на съемку, отменить концерт. Я все-таки ответственный человек, и возникают большие сомнения, как ты вообще сможешь. Чего такая замороженная? Неужели ты этого не хочешь? Ну, кто сказал, что я этого не хочу? Я просто... Не знаю, я открыт предложением, пожалуйста. Я тебе предлагаю сейчас. Что? Тату. Ну, если хочешь, можешь с моим менеджером пообщаться на эту тему. Слушай, в тебе вообще нет страсти. Причем здесь страсть? Просто нужно заниматься любимым делом и много-много работать. Ты же знаешь, работа, работа, работа. Слушай, ну это же скучно. А ты что, развлекаться собираешься? Мне нужны мои. На этом принципе создана атомная бомба. Заряд атомной бомбы состоит из двух частей.
каждая из которых имеет докритическую массу урана. Для взрыва бомбы необходимо быстро и плотно соединить обе части заряда в один блок, и развивается цепная реакция. Ищут друг друга, надежды на чудо. Мир устроен нам, но в этом мире мы напополам. Никто и не внушал, само собой соединяться. Не может право нам. И солнце, и луна, и стоит нас самим решать. Любовь дает нам всем ее узнать. Ну вот сейчас было чисто. Любовь в каждом мгновении. Под рядом ног. А это кто поет? Нет, а поет кто? Подождите, у меня голова даже кружится правда. Группа «Тату» в скором времени порадует поклонников своим видеоклипом. Я смотрю, разной дорожкой, конечно, девчонки-то идут. А вопрос главный. Как тебя затянуло в это болото? Болото под названием «Тату». Хочу тебе дать эту вещь. Всегда успешный дуэт лучше, чем какие бы то ни было сольные изыскания. Какая проблема, Юрий? Когда запоет птица? Отпусти, у меня своя жизнь, выпусти меня отсюда. Леночка, вместе на встречу. Вместе на какое вечно. Вместе на вечно, Юля? У меня, блин... Просто мне все, что было. Дай мне ключ. Дай мне ключ, я тебе сказала. Выпусти меня. Пытаюсь к ней, как бы, понимаешь, идти. А она там, вот так ко мне спиной. Она даже вот... Меня не было на сцене. Понимаешь, это вот ее, понимаешь? Мне как бы не было тяжело, как бы я была вся какой-то, я к ней пыталась, как бы, да, то есть я была спокойна, мне не надо было, меня и так все знают, меня и так знают, какая я. Я сегодня вышла на своем трусах, понимаешь, меня и так знают, я могу вот так сделать, меня знают, мне не надо никому что доказывать. Мне хотелось какого-то, знаешь, вот, больше вот душевности какой-то на сцене, вот, знаешь, подойти к напрошу, как-то вот, знаешь, там вот, ну вот, знаешь, потрогать ее, как-то вот не поцеловаться, но какой-то вот, а вот это вот. Вот это вот, это что такое? Это вообще, это к чему? Эта эмоция, она куда обращена? Посмотрите на меня, вот она я, вот я Катина, вот здесь, посмотрите все. Но она никогда не отрицала, что она была на втором плане. Она всегда говорила, что Юлька лидер в группе. Она могла в выйти. Но я даже, а она как бы так всегда, она, я вела концерты, объявляла. Она как-то вот, а теперь да, прошло. И она больше у нее, нет, но она по-своему переживала в гримерке. Она боялась. У нее было волнение, что сейчас вот Волка выйдет, и что-нибудь, как еб***, и опять она меня делает. И она пыталась вот это все выжить. Общая масса ядерного заряда становится больше критической, и развивается цепная реакция. Привет, ребята. По причине некорректного поведения со стороны Юлии в отношении меня, я должна вам сообщить, что наше дальнейшее сотрудничество стало абсолютно невозможным. Помимо многих грубых, публичных и очень обидных высказываний в мой адрес, Юля поставила мне ультиматум. Иначе она найдет другую, рыжую, кудрявую девочку, чтобы меня заменить. Очень жаль, что надежды многих поклонников на воссоединение группы «Тату» не оправдались. Привет, ребята! По причинам особого... Привет, дорогие друзья! А можно я одену темные очки? Помимо многих грубых, публичных и очень обидных высказываний в мой адрес, Юля поставила мне ультиматум.
очень обидных высказываний в мой адрес стало абсолютно невозможно. Стало абсолютно возможно. Я хочу сказать вам, все понятно. Давай. Таким еще вот. Давай, 3-4. Привет, ребята. По причинам особого трепета со стороны Лены в отношении меня и моего поведения, я хочу сказать вам, что наше дальнейшее сотрудничество стало абсолютно возможным. С Юлей я не хочу никаким образом ни пересекаться, ни общаться, ничего общего. Я знаю себе цену, и я знаю, кто я такая, и я не хочу просто иметь с этим дело. Речь не шла о том, что это новый сингл группы «Тату». Речь шла о том, что эта песня написана как саундтрек для новеллы про любовь. По словам Катиной, к совместным съемкам с Волковой сейчас ее обязывает подписанный ранее контракт. Клип – это обязательство, которое мне нужно выполнить по контракту. Но ни о каком дальнейшем сотрудничестве не может быть и речи. Ради чего? Ради денег? Нет, никаких денег не стоят мои эмоции, мои нервы и мое достоинство. К сожалению, у меня есть контрактные обязательства перед людьми, которые совершенно никакого отношения к нашим взаимоотношениям не имеют. Поэтому как бы моим условием стало, что мы с Юлей не будем нигде никаким образом пересекаться, и, собственно, они их выполняют, за что им большое спасибо. Поступило предложение, мы согласились, потом у нас с Юлей произошла неприятная история, поэтому сейчас я как бы доделываю, заканчиваю свои обязательства по контракту, и мы снимаемся отдельно. На тусовке. Нет, не с ножом, а в компании девушки с огненной гривой. Неужели Лену все-таки выставляют из вновь воссоединившихся татушек? Все, всем спасибо! То есть выходит это последняя совместная песня с Юлей? Да. Если бы я могла сделать так, чтобы ее не было, я бы сделала. А как это сделать, да? Ну вот уже никак. Ложь не устроит, я люблю честно. Нету дилеммы, прошлое было, старые схемы. Я все забыла, новые краски, суть безупречна. Желтые факты будут не вечны. Старую кожу снять непременно. Это несложно, это мгновенно. Она не может любить, в ее крови нет огня. Ее нельзя разбудить, она не будет меня. Она не может любить, она не стоит меня. Ее нельзя изменить, нельзя, она не я. Что это такое вообще? Кать, выпусти меня отсюда, ты что? Расслабься, давай вспомним все, что было у нас. Все, что? А как же открыть? А у кого ключ? Давай тормози. Вот это прикол. Сдвигаем. Подожди, тут нельзя нигде остановиться. Все, Волкова, ты попала. Лучше читать книжки. И ты тоже. Лучше воспитывать детей. Спасибо. Мы ждем ваших концертов и очень хотим, чтобы вы записали какие-то новые песни. Друзья, группа «Тату» сегодня вечером. Я все решила. Пусть будет проще. Светлые будни, темные ночи. Пусть будет честно. Стерты победы. Прошлое где-то больше не видно. Новые краски. Суть безупречна, женская.